Всем привет! Мы в Цюрихе, Швейцария. На этой стороне реки Лихтенштейн, на той стороне Швейцария. Старый пешеходный мост из Лихтенштейна через Рейн, Швейцария. Что-то видно. В прошлый раз из этой самой точки мы с вами отправились в Лихтенштейн, в Вадуц. Ссыль дам сейчас в конце ролика. Сегодня у нас Швейцария, Цюрих. Угу, вот он. Весь разрисованный. Надо тут что-нибудь оставить. Мы находимся на набережной реки Лимат, вид на собор Гроссмюнстер. К нему мы еще подойдем поближе. Inside everywhere. Ja, sie wird schon da. Ist sein Riki das gehört? Thank you.
Кафедральный собор Цюриха Гроссмюнстер. В средние века он был монастырем. Строительство началось в XI веке и продолжалось около 100 лет. В башне Карла на высоте 50 метров находится смотровая площадка. Туда можно подняться по узкой винтовой лестнице. Отсюда открывается вид на Цюрих, Цюрихское озеро, реку Лимат. Цюрих – крупнейший город Швейцарии, ее деловой и финансовый центр. Здесь распространен швейцарский диалект немецкого языка, но местные жители очень хорошо говорят и на итальянском, и на французском, и на английском. Сейчас мы находимся в квартале Линденхоф, что в переводе означает «липовый двор». На этом холме когда-то стояла римская крепость, сейчас здесь парк и смотровая площадка. Двойные башни Гроссмюнстера давно стали символом Цюриха. Слева находится Фрау Мюнстер, бывший женский монастырь для аристократок. Справа – церковь Святого Петра, знаменитая на весь мир самыми большими башенными часами. Диаметр циферблата около 9 метров. Центральный вокзал Цюриха. А сейчас мы направляемся на Банхофштрассе, главную торговую улицу Цюриха. Здесь находятся витрины большинства мировых лакшери брендов. Мы находимся около университета Цюриха, крупнейшего в Швейцарии.
Здесь же находится фуникулер Полибан. Его построили в 1889 году для студентов Цюрихского университета, вынужденных ежедневно подниматься от набережной к Альма-Матер. К слову, Цюрихский университет выпустил более 20 лауреатов Нобелевской премии. Здесь диссертации писали Рентген и Эйнштейн. Прошло в прошлой жизни буквально, прошло лето, осень, зима, и нет весны, но хранят до весны тепло, но хранят до весны тепло наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны.